Всем привет, с вами Вика, и добро пожаловать в Troll Face Quest, третья часть. Мы прошли с вами две, и потом еще видеоигры прошли, и телешоу различные, вот. Мы прошли эти четыре так называемые части Troll Face Quest, и сейчас нас приветствует третья. Правда, тут музычки нету в меню, но ничего страшного. Тут у нас Мона Лола. Здравствуй, Мона Лола. Hello. 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 Но перед тем, как мы начнем с вами играть, поставьте пальчики вверх и подпишитесь на мой канал. А вот теперь музыка и началась. Ха. Вот этот смех, блин, господи. Тролл Лариза. О нет, кто-то украл с ужасным носком на голове. Это такой типа, я смогу спасти эту картину. Ну, для начала нам, конечно же, надо ехать. Вот этот поворот. Вот это поворот, банан, не враз. Просто едем дальше. И мы взорвались вместе с люком, лол, да, под люком и ничего не было. А, ну тебя нужно вниз затащить, ой, я знаю эту тактику, поехали дальше. Тон, ты тут не взорвешь сейчас, а то зря старалась. Level complete, нажми на меня. Значит, мы просто не будем нажимать, да? И чё? Ничего не происходит, блин. Так тоже ничего, так тут только одна кнопочка кликни. Давайте подождем побольше. Побольше. А, вот, Мита выделяется, что-то ступила. Такой. Она больше на мужика похожа, честно говоря. А, так откуси. Теперь у тебя есть вот то яблоко, о котором ты мечтала. Поняла, нужно аккуратненько проходить. Так это же мина. Ну ладно. Ах ты гад! Это же очень неудобно. Ох, сейчас пройду! А, да! Капец, так сложно было, когда он начал в обратную сторону двигаться. Офигеть просто. Помню, пытался такой же уровень пройти. Я правда нечаянно нажала. Давайте посмотрим, что было бы, если бы я ничего не нажимала. Вот я такая болтаюсь, я такая, мне вообще пофигу. Сейчас монстр разрушится, и мы упадем, да? И кто-то подумает, типа, что я уже играла в эту игру, и да, в комментариях под похожими играми писали, типа, Вика, ты уже проходила все эти уровни, притворяешься, будто первый раз играешь. Но я не притворяюсь, я серьезно вместе с вами прохожу, просто бывает иногда нахлынывает на меня такое мастерство, что я прям, видите, начинаю сходу уровни проходить, вот бывает же такое, а? Офигеть, да? Не правда ли? Угу. Ты такой, help me. А что, вытянуть надо? А ты что вдыхаешь, да выдыхаешь? Стрененько, что же должно с тобой произойти-то? Поймайте его кто-нибудь, словите его и унесите отсюда. Нет, все равно ничего не происходит. Я ничего не понимаю. Вот теперь я не могу уровень пройти, вообще нормально. Но если что, на всякий случай у меня всегда есть кто-то печка. Ладно, все, шучу, не буду это больше делать. О, нет, все равно ты будешь дышать. Не знаю, может нужно на руку нажать. Может на бровь, может это на самом деле труба, через которую дышать надо, а не бровь. Не знаю, просто она такая длинная и так выделяется. Чуваки, что делать-то? А что откуда отсюда-то дышит? Это у него тут нос, что ли, такой? Я без понятия, все равно подыхает. А тут больше нигде нажать нельзя. Ой, я нечаянно думала, я прошла. Печалька. А что если, знаете, как это сделать? Так, так. Ну, он же умрет. Может, нужно как раз-таки тут что-то найти? Нет. Ну что, что еще-то? Я просто не знаю еще, господи, помогите мне. Вот 100% где-то среди камней что-то нужно какую-нибудь фигнюшку найти. Это ничего не жмакается. Опа-на, опа-на! Вот, я нашла камешек, еее! Ну все, короче, это оказалось ванной на самом деле. Нас обманули, расходимся. Не стреляй, пожалуйста. Как же ты мог? Мы можем его как-то перетаскивать. Он что, запнулся и упал? Или там была дыра? А, нужно узнать. Как же мы это узнаем? Никак не узнаем. Короче, главное, что мы прошли уровень. Я. У него сейчас яблоко упадет. Нет, уходи быстрее туда. Тебе нельзя, чтобы на тебе яблоко упало. 100%. Что такое большая шишка-то? У Тома из мультика Тома и Джерри точно такая же шишка обычно вырастала, когда ему дают леща. О, смотрите.
Вау, ничего себе, вот это, блин, оно выросло, потому что кнопка была такая, типа, срочно вырастить, нажимаешь, и дерево в 50 раз увеличивается, но это уже повыше. Ничего себе, там кто-то сидит, кто-то. Это, наверное, наш главный герой. Ой, чё-то я испугалась чуть-чуть. Так резко выскочила эта штука. Стой! Я же даже ничего не сделала. А если бы я не нажала? Окей, это очень странно. Контроллер. 3-3-3-2-2-1-1. Не въехала. А если набрать тролль? Т... Р. О. Л. Лу. Теперь наоборот попробуем. Чё ты мне не отвечаешь? Я поняла, может быть, знаете, как нужно написать-то? Так, где ты? Все готово! Он там чистил зубы, оказывается, офигеть. Матрешка. Еще одна матрешка. Еще одна матрешка. И какашка. Матрешка. Говнешка. Иу! Это смешно. Надеюсь. А вот эта точка, она тут явно не просто так. Все, не буду дальше открывать. Вон там что-то есть, ребят. Ну что такое-то? Если просто возьму тебя отсюда и сразу же сюда нажать. Привет, очень странный троллюлю. Троллюлю. И что же привем тебе вот этим вот? Ладно, на самом деле, может, нужно сделать все сразу же по-хорошему. Последний раз нужно было вот этой штукой 100% ее полить. Ясно все с тобой. Давайте рубить его, что делать. Ничего себе. Дерево волдун. Мы убрали дерево с своего пути. И какой-то очень странный чувачок. Почему ты ушел от меня? Стой. Значит, нельзя, чтобы ты уходил от нас. Тогда... О, нужно было покрутить эту штуку. Ну, господи, да блин, это же сложно, фиг догадаешься. Нет, серьезно. Финиш. Ага, я хотела поиграть, но нет. Я хотела, чтобы ты плыл сам, самостоятельно. А ты не можешь даже проплыть. А ну что за беспредел? Ладно, больше ничего не происходит. Вот кирпичик. М. Давайте искать дальше. М. Уже получается. Мумб. Дамб. I am dumb? Что? Я тупой? Я не тупой. Я вообще девочка. Прикольно придумал. Краб. Все пойдем до клубика. Все дойдем до клубика. Потанцуем крабика. Все дойдем до клубика. Потанцуем крабика. Даже что, попало в него? Второй крабик. Здесь все вместе будем танцевать крабика. Ну и что? Жду подвоха. Буду делать все очень медленно. Чё ты тут такую дичь мне втираешь? О, может сразу же на последнюю нажать. Нажимай на нее. А, нужно найти 5 отличий. Раз, два, три, четыре.
Его здесь нету, да ведь? Специально так сделали, чтобы я не смогла пройти, или чё? Ну что ж такое-то? Не могу я пройти уровни, господи, что они такие сложные? Слишком сложны для меня. Может, это нерешаемый уровень? Нерешаемый. Может, я уже прошла все? Все равно вот так и одно и то же получается. Я не понимаю, что такое. Я уже полчаса пытаюсь решить эту задачу. Вы серьезно? Вы что, серьезно? Блин, как я могла это найти? Я искала это очень-очень-очень-очень-очень долго. И это оказывалось здесь. Блин, господи, я все тут перекликала. О-о-о, наконец-то это финал. Комикс, пожалуйста. Он нашел эту Мону Лизу. Я тут украла этого. Другую статую теперь. О май ка. Типа, мы должны ее сейчас найти. Вон. Ну уж нет, спасибочки. Я откажусь, наверное, от поисков. Если вам понравилось видео и вы хотите больше видео про Troll Face, то поставьте пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Ну и на этом все. С вами была Вика. Всех люблю, целую. Пока. You're throwing rocks.